30 апреля 2021 года. Великий Устюг, Михайло-Архангельский мужской монастырь. Монастырь не действующий, не пойму, что здесь сейчас находится. Написано, что охраняется государством. В общем, внутрь никуда не зайти. Гуляю. Ну вот, наткнулся на здание. Тоже ранее оно принадлежало монастырю. Табличка. Военное училище здесь было когда-то. Штаб Пуховического военного училища. Здесь табличка. Техникум. Автотранспортный. В общем, тут, судя по всему, очень много всего было. Вот. Но сейчас, возможно, все-таки вернут все монастырю. Может быть, что-то восстановит. Я вот сейчас вот оттуда пришел. А там вот белое здание похоже на какую-то больницу или что такое, не пойму. В общем, иду к выходу. Попутно все снимаю. Погода портится. Сейчас уже где-то 7 или даже около 7 вечера. Начинает темнеть. Ну вот сейчас вот мимо вот этой вот церквухи пройду. Ну а это, я так понимаю, что главный храм. Да, вот я ходил, обошел все это вокруг. И вот сейчас пойду мимо вот это вот здание. Пошел дождик. 30 апреля 2021 года. Михайло-Архангельский мужской монастырь. Великий Устюг. Еще раз храм, это вот церквуха, и вот там вот выход. Дождик у нас усиливается. Территория большая. Неудивительно, что было здесь военное училище. Ну и вот главные ворота. Пойду. Судя по всему, собираются все-таки восстанавливать. Архитектурный ансамбль Михайло-Архангельский монастырь. 17-18 век. Подлежит охране. Ну вот написано, что она относится к Великоустюжинской епархии Русской Православной Церкви. Собственно, поэтому, наверное, денег у них нет. Вот еще раз эти главные ворота. Все, всем привет!